Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую и, к сожалению, в последнюю серию нашего сезона РА! Выживание на плоту странной акулы Анжелы, с которой мы, к сожалению, попрощаемся в этой серии, ну потому что все, это последняя серия, и в этой серии мы или с вами найдем спасение, или просто умрем, потому что я не знаю, что нас ждет впереди. Мы с вами сделали приемник, мы с вами сделали три антенны, мы с вами сделали батарею, и в этой серии мы узнаем... Почему же я вообще очутился после бухаловки посередине океана, после днюхи колясика? Почему я выпил 38 литров пиваса, запил это водярой и обшлифовал это все коньячком и очутился посередине Тихого океана? Это мы выясним в этой серии. Но, ребятки, знаете, в первую очередь, что я хочу сказать, то, что я сейчас словлю эту сраную бочку и, наконец-то, похмелюсь! Я 10-го... июля уезжаю в Германию. Кто следит за моим инстаграмом, за моей группой ВКонтакте, тот знает то, что я уезжаю на концерт Эминема. Я вернусь домой 12 июля. Но не переживайте, потому что ролики как выходили, так и не будут продолжать выходить. Ничего страшного, я не забрасываю канал. Я всегда, когда куда-то уезжаю или переезжаю, или еще что-то делаю, я всегда записываю ролики наперед. Но ты можешь подписаться прямо сейчас на мой инстаграм. Я там буду выкладывать фоточки с концерта. Я там даже, возможно, буду проводить стримы. И также... я там буду записывать кучу-кучу историй в один день. Поэтому зайди, подпишись на мой инстаграм, поставь лайкусики на мои фоточки. Также я каждый день ставлю лайки своим подписчикам в инстаграме, 10 случайным людям. Поэтому зайди, подпишись на мой инстаграм и смотри, что же я буду делать в Германии эти 2 дня. Подпишись прямо сейчас. А сейчас, ребятки, мы с вами будем заканчивать, точнее продолжать, Анжела! Собачура ты такая, а! Ребят, что мы сейчас будем с вами делать? Будем искать спасение. Но не забывай, хоть это и последняя серия, я буду рад, если ты влепишь огромнейший лайкусик прямо сейчас на этот ролик, потому что я найду еще одну игру наподобие этой. Я обещаю то, что я сделаю продолжение. Будет новая игра, будут новые летсплеи, и все это зависит только от тебя. Если поставишь лайкусик прямо сейчас, да и просто нужно поставить лайк, проявить свое уважение ко мне, к Анжеле и Крафту за такой отличный сезон, который длится уже почти ну сколько? Длится почти уже 6, 7 или 8 серий, я точно не помню. Поэтому поставь лайкусик прямо сейчас, если наберем 30 тысяч лайков, то акулка Анжелка, хуяк, не придет ночью, не сожжет твои коки. Или еще кое-что. Поэтому поставь лайкусик, если хочешь пострадать от бедной акулы Анжелы, которую я уже убивал 38 раз, но которая почему-то воскрешалась все это время. Я собираю бочки, и мы с вами, ребят... Ай! Не-н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 е. Охренеть, да, зашибись. Что может быть лучше, нежели ураган? Что может быть лучше? Я даже не знаю. Сейчас мы быстренько перекусим. Оп-оп-оп, выпьем водички, потому что, ну, ребята, у нас сегодня будет очень-очень-очень-очень много всяких приключений. Поэтому смотрите, что мы сейчас делаем. Собираем вот этот весь хлам и идем, забираемся к нашему приемнику, вставляем сюда батарею, включаем, и нам нужно плыть куда? Вот туда, 500 метров всего лишь осталось. То есть, спустить паруса, капитан Барбоса, и плывем в том направлении. Так, приемник, все нормально, сколько остается? 537, 536, 535, батарея как бы у нас будет садиться, поэтому батарею нужно все же забрать. Нам нужно вот туда плыть 500 метров. Конечно, ветер нам не сопутствует, очень даже плохо, потому что ветер вообще дует в противоположную сторону, а нам нужно вот туда плыть. О, бо-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 бо, ты смотри, ты что тут забыл? Наш корабль взяли на абордаж! Капитан Барбос, отбиваемся! А, он сам потонул, поэтому нормально. Так, в ту сторону нам нужно, у нас... Воу-в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 оу, чё меня так плющит? Успокой... Ни хрена себе, сколько тут ресурсов-то у нас уже накопилось. Нормально, собираем вот эти все ресурсики и водичка, есть у нас водичка? Есть водичка, замечательно. Ну что там у нас? Сколько еще осталось туда плыть? 400 метров. Так, что-то я ни хрена не понимаю. Это очень все плохо на самом деле, потому что вы сами видите, что действительно ветер нам не сопутствует, и нам нужно плыть туда 490 метров. Это очень и очень и очень много. Кошечка, пожелай нам удачи, потому что не зря эта кошечка... Кошечка-талисман на удачу. Не зря эта уточка с игры Scrap Mechanic, или как она там называется. Пожелайте нам удачи, кошечки! Я надеюсь, то, что я в прав... сюда. Я надеюсь, то, что я в правильном направлении все же двигаюсь. Что за... Чё? В смысле? Чё за хрень? Почему в другую сторону на... Чё-то я ни хрена не понял.
Я сейчас вообще ничего не понял, почему нас развернуло вообще в другую сторону, в противоположную. Вот эта хрень зеленая точка находилась в той стороне. Сейчас я смотрю, и эта зеленая точка находится в той стороне. Почему нас так развернуло, я ни хрена не могу понять. Ладно. Плывем, значит, туда, я не знаю. Анже, не вздумай хуяк! Хуяк! Анжела, ты что тут вздумала нападать на мой плод? Не вздумай! Спустя столько времени, спустя столько усилий, спустя бурю, шторм, грозу, молнию, дождь и все остальное, и спустя столько изменений нашего курса, мне осталось еще 870 метров. Чтобы понимали, эта зеленая точка прыгает то сюда, то сюда, то сюда, то сюда, то сюда, то сюда. И я паруса перенаправлял уже 100 раз в разные направления. Я даже не знаю, где находится эта зеленая точка и что это вообще такое, я не знаю. Давай бочку, ловим бочку. Поэтому я не знаю, смотри, нам еще осталось 830 метров. Сейчас оно показывает то, что эта зеленая точка где-то вот там. И у меня, к сожалению, в скором времени уже даже закончится батарея. Я не знаю, что делать, потому что еще одной батарейки у меня нету. Хотя, мне кажется, я ее смогу скрафтить, но это как бы не суть. Давайте подождем еще. Я уже плыву, не знаю. Я что-то выкинул. Вы же охренели! Ладно, будем плыть дальше. Успокойся, а. Сальдуха! Хуяк, 380 разворот! Па! 570 метров осталось. Мне даже уже интересно, что там будет. А пока мы плывем, мне кажется, можно порыбачить. Я там видел судно проплывающее. Призрачное судно, потому что на нем нет вообще ни капитана, ни матросов, ни боцмана. Мы ловим с вами сырую скумбрию. Потому что нам еще осталось 530 метров в том направлении. Вот эта зеленая точка раньше была вот тут. Сейчас она находится уже вот тут. Я не знаю, как эта хрень меняется, почему она... Опа, что? Сырой морской лещ. Ладно, плывем дальше. Пока мы плывем, Анжела нам сопутствует. Ветер не сопутствует, зато Анжела сопутствует. Анжела всегда возле нас. Анжела всегда хочет шмат сырого вкусного мяса. Анжелу за коки сейчас ловим. Анжела, давай, клюй, клюй. Да, плыви, плыви, плыви. Ты в правильном направлении плывешь, давай. Сволочь ты такая, Анжелка. Дайте мне еще одну игрушку это. Киндер-сюрприз, пожалуйста. Ну, опа. Анжела, я тебе там рыбку словил! Жри, сволочь! Так, сколько там еще осталось? 460 метров в том направлении. Уже рядом, уже очень рядом. А пока я похаваю. 420 метров осталось, мне нужно плыть вот немножко правее, вот туда. Плывем! Столько тут и... Ёханый бабай, сколько же у меня ресурсов, а? Даже все в инвентаре уже не помещается. Как ты посередине плота напала на... Ты шо охренел, Анжела, как так? Так, я чё-то ни хрена не понял, как ты вообще тут напала на меня? Ну, ладно, магия какая-то вне Хогвартса. Забираем сырой картофель, все, что у меня... Алло. Алло! Коробочка, ты тут немножко залагала, ты в курсе, не? Ну ладно. Мне кажется, там осталось уже очень-очень-очень мало. 300 метров. 300 метров, и мне нужно развернуться еще немножко вот сюда. Так, мне нужно скрафтить якорь, потому что я уверен, что там что-то будет, и мне нужно камень. Мне нужно еще два камня взять. Камень. Берем камень и крафтим якорь. Якорь мне 100% пригодится. Прям 100% пригодится, поэтому... Ребята, вы что-то видите? Я пока ни хрена не вижу. Это находится примерно вот там. Я пока ни черта не вижу. Никакого-либо силуэта, который может где-то там находиться. И что это? Может, это вообще под землей? Точнее, может, это вообще под водой находится? Я вижу! Я что-то вижу! 250 метров! Ребят! Посмотрите вот туда. В левую часть экрана сверху. Видите то, что там что-то есть? Вот, я сейчас на это смотрю. Чё это за хрень? Сколько осталось? 200... Анжела, даже не вздумай! Я нашел спасение, а тебя с собой не возьму, если будешь меня еще раз за сраку кусать. Где? Вот, 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 вот сколько?
220 метров. Оно приближается к нам уже. Оно уже к нам приближается. Мне даже страшно, ребята, что это такое там может быть, а? Я сохранюсь на всякий случай. Сколько? 203 метра, 200 метров. Вот оно. Чё это за хрень? Я вижу! Если прямо на эту фигню смотреть, то ты ее не видишь. Чё это за хрень? Анжела! Хуя! Анжела, ты это видела? Так, 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 нужно все захавать, нужно взять с собой припас. Еда у меня есть, вода, 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 нужно воду взять. Берем воду, на всякий случай. Так, ресурсы у меня есть, все у меня есть. Нужно где-то вот тут припарковаться и забраться на вот эту фигню. Только как мне вот сюда залезть наверх, у меня такой вопрос, я пока не понимаю. Давай, давай. Не-не-не-не-не-не, не в ту сторону, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда парус. Я даже себе помогу веслом. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, я вижу то, что тут... А может тут люди даже будут? Или мне нужно вот туда наверх забраться, чтобы вызвать себе спасение? Давай, 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 давай! Якорь, 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 якорь. Мы поставим куда-то вот сюда. Сразу поставим якорь и плывем вот сюда. Так. Сюда парус. Быстренько. Плывем, плывем, плывем. Мне нужно, в принципе, забраться вот сюда. Как я вижу, вот тут вход. Вот тут, куда я показываю. Тут вход. Мне нужно припарковаться примерно где-то вот тут. Мы быстренько сюда приближаемся. А, быстро, 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 быстро. Давай, 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 любименький, давай. Давай, давай. Еще немножко, еще немножко, еще немножко, еще немножко, давай. Якорь. Сюда. Анжела! Ты заколебала, оставь меня в под... Сволочь, сутулая. У меня даже все, иди нахрен. Так, хорошо, 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 ресурсы есть. О, в путь! Твою... Твою мать! Не-не-не-не-не, прыгаем! Опа! Я долго этого ждал. Я долго этого ждал. Якорь у меня есть, все у меня есть. Если что, если тут не будет никакого спасения, то я смогу вернуться обратно. Так, тут пластик, тут есть много ресурсов, которые я могу... Телефон! Алло, алло! Никто меня не слышит, никто не хочет за мной прилетать, никто не хочет со мной ничего делать. Ну, кроме акулки Анжелы. Акулка Анжелка всегда со мной хочет что-то делать. Ресурсы какие-то. Что у нас тут есть? Пластик есть, хлам есть. Я даже не знаю, стоит ли это собирать, учитывая, что это, мне кажется, фит... А может, это даже не финал, кто его знает? Может, мне тут дадут сейчас какие-то другие координаты, мне нужно будет другое какое-то место. Кто его знает, да? Никто этого, ребята, не мог... Опа, ящик. В этом ящике шарнир. Крюк для мусора я поднял. Ни хрена себе, тут ресурсы офигенные. Фу, ёханый бабай. Что же у нас тут будет? У меня такой вопрос. Кухня. Пластик, пластик, пластик. Много пластика, много всяких полезных ресурсов, как я вижу. Ящик. Хлам. Болт. Охренеть просто. Сколько же тут много всего. Сколько нам болтов дали. Сколько нам хлама дали. А сейчас, сейчас мне вот сюда нужно. Паркур! Ха! Захаваем арбузик. И мне нужно вот сюда. Да? О, господи. Ну что же там будет, ребята? Какие ваши предположения? Пока я еще вот туда не пошел, напишите, пожалуйста, в комментах. Как вы думаете, что же там наверху будет? Спасение или же ни хрена? Хлам собираем. Забираемся вот сюда. У нас тут нифига просто нету. И тут сколько много кухонь? Алло, алло! Никто не отвечает опять. Тут есть что-то. Опа, пластик. Забираемся повыше. Оп, 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 оп. А, и быстренько вот сюда. Так, тут опять у нас паркур. Опа! Ребят, я сейчас развернусь на 180 градусов, и там будет конец. Я не знаю, что там будет, я не знаю, будет там спасение, и там нас вообще убьют, может там какой-то маньяк засел. Анжелка, целую тебя, Анжелка. Ребятки, давайте... Странные чайки. Ребятки, давайте мы дружно все попрощаемся с Анжелкой, потому что, ну, это было хорошее выживание, примерно 7 серий рафта, это очень... По нынешним меркам очень длинный летсплей, поэтому нам... Да уйди ты, сволочь летающая! Поэтому нам нужно попрощаться с Анжелкой. Не вздумай кусать мой плод! А то я спущусь и убью тебя нахрен! Вы готовы? Раз. Два. Три! Сундук! Из Эра Утопия?
Мне дали какую-то ачивку. Где? Какой-то крестик. Спасти людей? Утопия? Затонувший город? Так. Срочные новости. Весь лед растает. Ученые предполагают, что это случится через 2 года. И уровень океана поднимется на 100 метров вверх. Это было в 2020 году. Дальше. 2023 год. Срочные новости. Австралию полностью затопило. 2028 год. Вся планета покрыта водой. Утопия. То есть, ну, как бы, несбыточная мечта, или я не знаю, я не смогу найти людей, не смогу найти какой-то выживший город, не смогу найти какую-то цивилизацию. Анжела, сволочь, харе кусать мой плод. Я-то думал, то, что я на днюхе с колясиком просто набухался до потери памяти и просто очутился посередине океана. И сейчас мне нужно похмелиться и вернуться обратно в... Это, оказывается, ни хрена не колясик виноват. Это, оказывается, то, что это конец мира. Это просто, оказывается, то, что всю планету затопило водой. Я один из последних выживших, который просто странствует по безграничным просторам растопленного льда, то есть воды. То есть никакого спасения нет, реально просто утопия. То, что это просто несбыточная мечта, и там больше ничего нет. Это все? Это вся планета? То есть... Вся планета просто затоплена? Да ну нахрен. А... Может, я все же смогу какое-то спасение вызвать? Тут есть какие-то телевизоры, я не знаю. Может, сюда батарейку вставить? Есть какой-то радар, я... Нужно пожрать. Всегда в безвыходных ситуациях нужно просто жрать. Жрать! И пить! Ну, правда, просто обычную воду. Ребят, это просто конец. Там ничего нет. Просто ничего нет, ребята. Все. Опа! Какой прыжок! Ребят, там просто ничего нет. Все, это конец. Это просто безграничные просторы морской воды. Сложно. Я думал то, что нас ждет спасение. Или я думал то, что я найду какую-то цивилизацию. Я думал то, что я просто катался на каком-то там судне, на, допустим, Титанике номер 2, и просто попал в кораблекрушение, и сейчас я нахожусь посередине океана, и мне нужно просто спастись. Оказывается, то, что спасения нет, это реально просто утопия. Поэтому, к сожалению, с Анжелкой сраной мы не прощаемся, потому что с Анжелкой мы тут застряли до конца жизни. Потому что все. Мы обречены путешествовать безграничных морских просторах до конца наших дней. Потому что спасения вообще никого нет. Ёперэсэтэ! Шо ж там всё-то так печально? Почему не могло быть какое-то реально спасение? Все, вот наше судно, вот эта башня. Ну, я тут, конечно, обустроюсь, я буду тут жить. Это какая-то нефтяная вышка или что это, я не знаю. Больше тут ничего нет. Я вижу там какой-то остров или нет? Это у меня просто экран грязный. К сожалению, это последняя серия Рафта, но смотрите, какая неожиданная концовка. Я даже не думал, что реально никакого спасения нет. Все, это конец. Ладно. Мне кажется, что в любом случае нужно влепить огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию, потому что, ну, наше выживание длится уже очень даже долго. И мне кажется, что эта серия я... Анжелка и вообще мир Рафта заслуживает этого лайка. Поэтому, ребят, влепите огромнейший палец вверх. Давайте наберем на этой последней серии хотя бы 30 тысяч лайков. Я пойму то, что вам нравятся вот такие игры. Я обещаю то, что я сделаю продолжение. Я найду тому подобную игру. Там много всяких игр. The Forest или Standing Deep какой-то там есть, да? И много-много-много всяких подобных игр. Ладно, ребят, еще раз скажу то, что подписывайтесь на мой инстаграм. Ставьте мне лайкусики, потому что я также вам ставлю лайкусики. И я уже через несколько часов улетаю в Германию, поэтому следите за историями и фоточками. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. Не скучайте по мне и не скучайте по Анжелке. Анжела, хватит грызть мой плод, сволочь зубатая, а!